Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. В сети активно восхищаются свежими фотографиями моложавой Примадонны, которые, по всей видимости, тщательно ретушируются перед публикацией. А сегодня Алла Борисовна появилась в шоу Максима Галкина, и в кадре обнажились все изъяны ее внешности. Алла Борисовна предпочитает не говорить на тему пластики, вот только скрыть следы подтяжек на лице ей с каждым годом становится все сложнее. Так, просмотрев новый выпуск шоу «Музыкалити», можно невооруженным взглядом увидеть неестественно натянутую кожу на лице 71-летней звезды. Но как бы то ни было, зрители рады были увидеть и услышать кумира. Какой интеллигентный выпуск. Милота зашкаливает. Алла Борисовна – интересный собеседник. Баста очень скромный. Посмотрела с удовольствием, как по мне, это самый клевый выпуск, особенно понравилась Алла Борисовна. Она действительно прекрасный человек, да еще и с интересными историями. Но наконец появились знакомые песни. Надеюсь, что в следующих выпусках не опустите планку. Я в восторге от Аллы. Такая самоирония. Хотя, наверное, такая цель и ставилась, отметили многие пользователи сети. Напомним, Пугачева давно заявила об уходе с большой сцены. Но в прошлом году, в честь своего 70-летия, она все же решила дать грандиозный концерт. Правда, перед этим Примадонне пришлось перенести операцию. Пищевод был не в порядке, а ведь он связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы с голосом. Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация – дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами, откровенничала звезда. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.